Добрый день! С вами Наталья Абулова на моем канале о красоте, доброте и окружающем мире. Сегодня 31 декабря, последний день уходящего 2016 года. В этот день я хочу поблагодарить Создателя за возможность жить в гармонии с собой и окружающим миром, за возможность видеть красоту и делиться ею с вами, моими зрителями и моими подписчиками. Последний день уходящего года хочется подвести итоги и наметить планы на будущее. 2016 год был очень щедр на перемены. В моей жизни, как и в жизни других людей, тоже произошло очень много перемен. Не все перемены были хорошие, были всякие, но я научилась принимать все эти перемены. Горький опыт – это тоже опыт. И в ноябре 2016 года я создала свой канал. Теперь у меня есть возможность снимать видео и делиться этими видео с вами. Я не умела снимать видео, не умела ничего делать, но постепенно училась. И я благодарна своим родным и близким за то, что они поддержали в этом моем стремлении создавать, творить. Я научилась работать с программами по монтажу видеослайдов, по монтажу видеороликов. И с каждым следующим роликом мои видео становятся все лучше и лучше. А с 1 по 30 декабря я участвовала в проекте «Флешмоб YouTube». Этот проект создал Павел Циверченко с женой Мариной Ренбетель. И этот проект создан для того, чтобы помочь нам продвигать свои каналы на YouTube. Я благодарю Павла Сверченко за то, что он создал такой проект, за его интересные вебинары. Я благодарю Марину за ее интересные видеоуроки, которые научили меня, как создавать видео, как работать в видеоредакторе на YouTube, подцеплять конечные заставки, аннотации, как анализировать свой канал. Объяснили, что такое коллаборация и много-много чему другому. В этом проекте «Флешмоб YouTube» я познакомилась с интересными людьми. Это, например, Мила Якунина со своими дневниками успеха на пути миллионеров к финансовой свободе. Это Татьяна Елгина с видеоуроками по компьютерной грамотности и продвижению каналов на YouTube. Это Наталья Рубцова с медитациями о здоровом образе жизни. Также я хочу поблагодарить зрителей моего канала за то, что были со мной, заходили, смотрели мои видео, ставили лайки, комментировали. Хочу пожелать вам в новом году жить в гармонии с собой и окружающим миром, видеть эту красоту, видеть доброту и делиться ею также с окружающим. Чем больше в мире доброты, тем больше становится мир чище и лучше. Желаю также добра, мира, здоровья вам и вашим близким. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом. Пусть будет у вас вера в доброе, хорошее будущее. А я буду стараться делать добрые, хорошие, красивые видео. Буду также рада новым подписчикам. Заходите, смотрите, комментируйте, подписывайтесь. В следующем году я планирую делать свои видео 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Всего доброго вам. До свидания.